Здравствуйте, друзья и гости нашего канала. Вот мы опять на территории деревни. Столбики вкопали, траву скосили. Много видно сразу хламу. Хлам весь повылез. Потихонечку движемся. Все. Скосили. Спахали. Половина участка. Спахали. Травка уже подсохла, так хорошо. Красота. Муж вкапывает еще кусочек, тут остался ему. Такая красота. Не знаем еще, как и где строить. Сказали, нельзя строить на место, где горел дом. Вот мы теперь в распутье, где строить и как проект рисовать. Куча шиферу всякого. Доски, железки. Тут, видимо, подполье было какое-то. Или что тут? Ямы. Кругом. У нас тут песочница рядом с участком. Ребятишки играют. Вот еще яма какая-то большая. Что-то уж было. Подполье на подполье, наверное, было. Ямы. Какая красота. Не успеет, наверное, муж вкопать. Небо какое черное. Дождь идет, видимо. Планов, конечно, много, очень много, но все. Потихоньку, помаленьку будем. Ну, подсохла, хорошо подсохла трава. Вид тут очень красивый. Сейчас покажу еще. У нас там очень много малины было. Но она одни старые уже кусты были. Тут, конечно, не разобрали еще. Времени еще нет. Загородить бы еще. Тут вся площадь была в малине. Мы ее всю скосили, всю срезали. Вот. Но тут тоже надо будет ставить столбы, заборы. Так как это наш забор получается. Мы должны его загораживать. Еще, конечно, маленькие кустики остались. Тут какая-то смородина. Старая смородина. А тут козлики ходят еще. Козлы все пообъели. Ничего не загорожено. Черемуха какая крупная.
Ой. Прям приезжаешь сюда, прям так хорошо, тихо, с города. Мусорку поставили рядом у нас. В деревне спокойно, хорошо. Вот этот хлам тоже договорились уже. Должна машина прийти. Ну, как будет свободен мужчина, с которым мы разговаривали, тогда он и повывезет вот это весь хлам. Хлам много. Вот еще яма. Кругом. Ну, это будет все сравниваться. Ничего, потихонечку, помаленьку. Все сравняем. Ой. Главное сейчас загородить, сделать огород, обработать все. А потом будем потихонечку делать все. Потихоньку, помаленьку будем. Крапиву скосили, такая молоденькая, красивенькая. Здравствуйте. Копается тяжело, муж говорит, очень. Земля столько лет стояла, не влазит. Лопата. Тяжело. Ну вот такая у нас территория большая. Красота. Когда все загородится, будет смотреться еще лучше. Когда все сделается уже. Ну, не все, конечно, хотя бы загородить и довести до ума. Чуть не упало. Огород. Ой, ой, ой. Столбики всякие валяются. Ну, вот так. Еще сзади это просто когда межевание делали, нам сказали, что должны стоять столбики, хотя бы столбики, покуда вам будут отмерять землю. Я говорю, интересно, как столько лет стояла эта земля, никаких столбиков, ничего не было, теперь межевание надо делать. Он упал, мы с мужем приехали, чтоб сразу не вкапывать, потому что мало ли что вкопаем, они сделают меньше. Ну вот мы как смогли, вот так вот поставили, подпорочки поставили, это старый забор. Конечно, он будет убираться, весь перепиливаться. Ну пока поставили, забор есть, и ладно. Они нам приехали, отмерили, и теперь мы начали вот столбики вкапывать. Вот такая вот у нас территория большая. Вот. Прям так хорошо уже бы это. Быстрее-быстрее охота, быстрее прямо вот. Ну, там еще дома у нас работы много. Ой, как хорошо вкопал столбы, они даже не шевелятся. Ну вот. Тут вот такая красота тоже. Да, все потихоньку, помаленьку, ну как сможем, так и будем, по возможности.
Интересно, волной. Сейчас только увидала. Столбики волной идут. Вниз. Ну, на этом я буду ролик заканчивать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. До свидания.